Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас на повестке отчетов чуть больше, чем вчера, но это все равно не те релизы, к которым мы с вами готовимся. Они чуть позже, статистики будет очень много, я, в принципе, вчера рассказывал. Что мы особенно ждем, что мы хотим получить, опять же, по факту этих событий. Если вам интересно, либо вы упустили прошлый брифинг, я советую открыть содержание экономического календаря и посмотреть, что впереди у нас и, собственно, заседание Банка Канады, решение по процентной ставке и заседание Европейского центрального банка, где также будут обсуждаться перспективы денежно-кредитной политики. И впереди у нас еще несколько очень важных, я бы даже сказал, солидных отчетов по США. Каждый отчет – это еще один сигнал в пользу потенциального повышения процентной ставки в декабре и потенциальный стимул для роста доллара. Собственно, посмотрите, ознакомьтесь. Помнитесь, я думаю, что если вы спекулируете каким-то одним инструментом, либо уделяете ему больше времени, то новостная картина позволит вам настроиться на то или иное событие. Я стараюсь держать вас в курсе, друзья. Все основные события вроде бы как не проходят, не остаются без нашего внимания. Мы держим руку на пульсе и продолжаем вместе с вами строить фундаментальные идеи долгосрочного характера, смотреть, насколько они состоятельны, насколько они актуальны и как они отрабатываются. Очень много мы времени традиционно уделяем нефтянке, потому что нефть так уж сложилась в российских реалиях, очень показательный актив для того, что будет и с рублем, поэтому традиционно давайте не будем сейчас уходить на рынок Форекс, а начнем брифинг с того, что происходит на рынке черного золота. Классика, бренд 57.23, сейчас актив торгуется чуть повыше, 57.27. Торговая сессия понедельника была разгрузочной для нефти, но, правда, потери символичные. Я думаю, что вы со мной согласитесь, и то, что вчера мы увидели красную свечу, если анализировать дневки, это еще не предлог, опять же, и не задел на то, что котировки продолжат снижаться и дальше. Я позволю себе сказать то, что цены на нефть по-прежнему остаются на локальных максимумах. Brent как претендовал на движение в районе 60, так и претендует. А причина повышенного спроса на нефтянку сейчас кроется в геополитических рисках, связанных с конфликтом в Курдистане. Еще мы следим за тем, как идут обсуждения возможности введения финансово-экономических санкций, рестрикций со стороны США в адрес Ирана, хотя эта тема сейчас уже не так на виду, как это было еще в конце прошлой недели, но забывать про нее не стоит, потому что если США все-таки продолжат двигаться по вот этому санкционному пути, они действительно могут стать причиной того, что Тегеран выйдет из ядерной программы, и эти самые санкции могут угрожать потенциальной нехватке предложения на глобальном рынке до 1 миллиона баррелей. Хотя я посмотрю, опять же, актуальные показатели по добыче, может быть, даже цифра будет повыше. В минувшие выходные очень многие делали ставку на то, что ближневосточный конфликт, а именно как следствие референдума независимости между Ираком и Курдистаном, быстро сойдет на нет. Однако в эти выходные были даже заголовки о том, что эскалация напряженности и сама конфликтная ситуация только усугубилась. Даже курды уже претендуют на то, чтобы перехватить инициативу у иракской армии. В целом, снова в понедельник мы с вами работаем с прежними опасениями того, что этот инцидент, эта ситуация может привести к определенным проблемам с поставками со стороны данного региона, а цифры тоже довольно внушительные, больше 600 тысяч баррелей в сутки. Поддержку котировкам оказывает еще и последнее заявление генерального секретаря ОПЕК Баркинда, который верит в то, что рынок ребалансируется, сетует на то, что и в ближайшие, скажем, годы до 2020-го спрос на нефтянку будет гораздо выше, чем прогнозировалось им же. Буквально несколько месяцев назад он ставит на то, что 100 миллионов баррелей в сутки по потреблению удастся, собственно, перешагнуть. Ну, не знаю, насколько это состоятельно. Кроме того, друзья, ОПЕК снова весьма оптимистично оценивает текущую реализацию соглашения. В частности,
Оказывается, что в прошлом месяце участники энергетического пакта выполнили квоты, исполняли договоренности в процентном эквиваленте на уровне в 120%. Я очень скептически отношусь к таким, опять же, показателям, потому что когда у нас цифры со стороны, собственно, самого ОПЕК, да, все выглядит очень красиво. Однако, когда у нас в игру вступают независимые агентства, которые также следят за тем, что происходит, картина абсолютно радиально меняется, потому что там уже и явное подтверждение того, что многие участники давно уже не соблюдают и не исполняют взятые на себя обязательства по данному соглашению. Но как ни крути, мнение ОПЕК тоже очень важно для рынка, может быть очень важно для тех трейдеров, которые особо и не копаются в истинных показателях, а верят на слово тому, что есть. Соответственно, если ОПЕК говорит правду, 120% это действительно по соблюдению договоренности очень много, может быть, это предлог и предпосылка того, что в ноябре страны картели вернутся к обсуждению возможности продления действия этого пакта до конца 2018 года. Хотя и в это я тоже особо не верю, уже аргументировал, почему сделка ОПЕК, на мой взгляд, все еще не эффективна и, скорее всего, не сможет в целом ребалансировать рынок, как были надежды изначально, когда эта сделка заключалась в конце 2016 года. На стороне покупателей статистика Baker Hughes, данные нефтесервисной компании, вы помните, указали на спад про тоже небольшое количество нефтяных терминалов в США, сланцевых, буровых. Третью неделю подряд мы снижаемся, но все равно показатель на очень высоких значениях. Сегодня в 23.30 статистика от API, от Американского института нефти, на прошлой неделе эти данные оказали поддержку покупателям, потому что запасы снизились больше, чем на 7 миллионов. Подготовили рынок к тому, что и официальные данные, в принципе, тоже должны были указать на такие же схожие показатели, и мы их видели, там чуть больше 5 миллионов снижения от Министерства энергетики, администрации аналитической информации. Сейчас, думаю, что можно еще ставить на то, что запасы будут снижаться. Мы пока готовимся к сезонным, опять же, проблемам с этой статистикой. Мы готовимся к тому, что запасы будут увеличиваться, потому что спрос снижается, и НБЗ на техобслуживание закрываются. Но это уже история ноября и декабря, друзья. Пока что можем еще пожить с данными, которые будут со знаком минус. Если сегодня этот отчет не разочарует, то тогда в складчину общий фундамент будет по-прежнему работать в пользу покупок нефти. Но, опять же, вряд ли мы заберемся выше 60. Это идея, которую я снова повторяю. Ждем 60, потом начинаем активно продавать. А пока что 57.23, еще получается в процентном выражении около чуть больше 5% потенциальный рост нефтянки. Согласитесь, это достойная цель, тем более если нам удастся ее реализовать, это будет очень хорошая сделка за довольно короткий промежуток времени. Ситуация с рублем не меняется, вот очень схожие котировки по бренду у нас 57.27, сейчас по рублю 57.51. Конечно же, я лично не изменяю своему прежнему мнению, оно связано с тем, что с рублем будет ровным счетом то, что будет с нефтянкой. А по нефти, о цели и долгосрочной в основном позиции до конца года ясны, поэтому по рублю, друзья, если вы раньше не торговали этой валютной парой, либо просто интересуетесь, что будет под конец года с российским валютным активом, даже не в формате спекуляции на рынке Форекса, обыкновенного физического спроса через обменники, у вас есть возможность сейчас по очень комфортным уровням зайти, собственно, в эти позиции, затариться валютой и поменять уже, если будет в этом необходимости, по котировкам в районе 60, может быть, даже повыше. Доллар японская иена 113.34. После того, как вчера мы видели открытие с ценовым разрывом, с гэпом около 50 пунктов, видели максимум за последние 3 недели 114.10. Внутри дня доллар не смог вернуться к прежним высоким позициям, продолжил терять и сейчас, как я уже отметил, ниже 113.50, но все равно недалеко он ушел, поэтому давайте не будем таить обиду на этот актив, а просто продолжим верить в то, что это лишь проторговка, это лишь локальное откатное движение, которое сопряжено с тем, что идет накопление перед еще большим ростом. При этом, разбирая фундаментальный фон, он
был связан, во-первых, с прошедшими выборами, конечно же, в Нижнюю палату парламента в Японии, поскольку победу держала снова партия власти, партия Синдзо Абе. Можно смело говорить, что распродажи японской валюты были абсолютно оправданы, потому что победа Синдзо Абе позволяет рассчитывать на сохранение ультрамягкой экономической политики, которая известна как Абеномика. Плюс ко всему, курс японской валюты должен снижаться, а курс доллара должен расти. Почему? Потому что достигнут прогресс по налоговой реформе, хотя это уже в формате рассуждений. Пока что по налоговой реформе он не достигнут, но предпосылки для этого есть. Ведь утвердили бюджет на 2018 год, и если он утвержден, значит, республиканцам теперь стоит договориться только между собой. И им уже не нужно солидарного мнения и одобрения каких-либо бюджетно-стимулирующих преобразований со стороны демократов. Поэтому, если Трамп все-таки будет реализовывать обещанные реформы, которые он, о которых говорил во время предвыборной кампании, сейчас самое время это делать. И вслед за принятием бюджета нужно уже подумывать о том, чтобы уважить и корпоративный сектор, который голосовал за него, поскольку верили в то, что налоги будут снижаться. А мы тоже верим в эту налоговую реформу. Параллельно мы следим еще и за кадровыми перестановками ФРС. Собственно, вчерашний комментарий и заявление Трампа о том, что он очень близок уже к решению о том, кто займет место Джанет Йеллен и кто станет после февраля новым президентом, скажем так, председателем американского регулятора. Напоминаю, что все наиболее вероятные кандидатуры – это сторонники крайне агрессивно жесткой политики. Поэтому ставки, наверное, что Пауэлл, если он станет председателем, что Джон Тейлор, что все-таки есть еще вероятность того, что Джанет Йеллен сохранит за собой эти полномочия. Политика будет жесткая, поэтому мы с вами настраиваемся на еще одно повышение ставки в этом году и верим в то, что в следующем, то есть в 2018, нас также порадует как минимум три аналогичных решения. Трамп вчера, точнее не Трамп, ну, Трамп в ходе своего интервью, которое он давал одному из ведущих издательства. Вчера у меня была возможность ознакомиться с выдержками. Очень много было сказано про перспективы экономического роста. В частности, если вот утвержден план федерального бюджета на 2018 год, между прочим, этот план сверстан уже с учетом 3% экономического роста. Мы помним, что Штаты в прошлом квартале смогли похвастаться даже более высокими значениями 3,2, хотя под конец года вряд ли удастся удержать этот показатель. Но все равно для развития и ведущие экономики мира – это прекрасное значение. То есть, все равно, что если бы развивающийся рынок рос на 15-20% ВВП. Напоминаю, что для американской экономики даже 1% экономического роста, 1% ВВП – это около 2,5 триллионов долларов. То есть солидная цифра, солидная сумма, которая может позволить профинансировать все самые, скажем, капризные задумки со стороны новоиспеченной администрации. Нам много не нужно, нам нужна только лишь налоговая реформа, и, судя по всему, очень много трейдеров верит в то, что эта налоговая реформа будет реализована. Мы продолжаем верить тоже. Друзья, не забывайте, что до конца этой недели у нас еще несколько отчетов, за ними мы будем следить, и надеюсь, что текущие котировки 113.34 – это не рубеж, после которого доллар окажется еще ниже, а лишь еще один перевалочный пункт после консолидации с локальных максимумов для того, чтобы пойти выше. Мой прогноз остается прежним, ждем 114-115 йен против доллара, и пока в целом картина новостная этому явно способствует. Евро против доллара. Здесь новости, связанные с тем, что каталонский парламент соберется уже послезавтра для того, чтобы обсудить вопрос будущего территориального устройства. Конечно же, основной вопрос будет связан с принятием декларации независимости и с проработкой точной, ясной, прозрачной дорожной карты того, как будет действовать Каталония, если Испания инициирует 155-ю статью и лишит этот регион независимости и автономии. Этот вопрос меня тоже очень интересует, наверное, как и всех. Я сразу вижу в этом массу негатива, потому что понимаю, насколько может быть серьезным общественный резонанс
от вот этих политических угроз и рисков. Поэтому евро я продаю. 1.1763 сейчас котировки. Особо далеко мы не ушли с тех уровней, которые констатировали вчера, но еще все впереди. В четверг, послезавтра, нас ждет заседание Европейского центрального банка. Сейчас самый вероятный сценарий, между прочим, который обсуждается на рынке, то, что ЕЦБ снизит объем выкупаемых активов, облигаций с 60 миллиардов до примерно 30-25 и продлит действие программы количественного смягчения. Я думаю, что вряд ли Европейский центральный банк пойдет на столь агрессивное урезание действия программы количественного смягчения. Ну, наверное, в лучшем случае это не больше 10-15 миллиардов. Но я продолжаю, опять же, видеть в столь менее агрессивных решениях больше позитив для короткой позиции, потому что подтверждение очередное со стороны ЕЦБ о том, что экономика все еще нуждается и в довольно внушительных объемах покупки активов, и вообще в действии программы количественного смягчения, это будет подтверждением мягкой экономической политики. И также не забывайте, что вряд ли Европейский центральный банк начнет поднимать процентные ставки до того, как не избавится от программы количественного смягчения. Поэтому по поводу роста процентных ставок, об этом я вообще думаю, можно сейчас забыть и не поддерживать идеи, которые склоняются в пользу таких изменений. Жду я в целом от четверга то, что евро будет испытывать давление, евро будет испытывать давление в связи с политикой, с национальным взглядом на монетарный режим, и евро обязан просто оставаться под прессом еще и растущего доллара. Фунт против американца, здесь новостная картина не меняется, мы с вами ждем начала ноября, ждем этот период, потому что состоится заседание Банка Англии, и 80% сейчас вероятности того, что ставку поднимут. Вот последний опрос экономистов Блумберга свидетельствует о том, что три четверти, опять же, всех опрошенных склоняются в пользу того, что ставку нужно повышать. Я согласен лишь с одним, что решение о росте процентных ставок может очень серьезно укрепить курс национальной валюты. И это как раз и является целью Банка Англии, который пытается остановить чрезмерный рост инфляции. Но я пока что не особо поддерживаю идею того, что ставку нужно повышать вот уже сейчас. Хотя лично сейчас склонен к тому, чтобы поспекулировать на этом фундаменте и на этой идее. Поэтому предлагал вам рассматривать только длинные позиции по британцу. Сейчас у нас курс 1.3219, чуть-чуть выше, чем мы видели вчера, но все равно скромное значение, учитывая то, что наши цели на отметке 1.34-1.35. Новозеландцы продолжают терять, это все и политические риски, и подтверждение того, что новоиспеченная коалиция власти будет лоббировать идею сохранения мягкой экономической политики, таких же низких процентных ставок, может быть, даже если взгляды текущей политической элиты не изменятся, именно мягкий режим в Новой Зеландии может оказаться самым затяжным среди всех других регуляторов. Доллар канадец, котировки 1.26-1.26. Я склоняюсь в пользу того, что пара может к среде, ну и по факту решений, неплохо просесть. Почему? Потому что завтра нас ожидает решение по ставке. Вероятность того, что ставку изменят, конечно же, крайне низка. Однако на пресс-конференции и руководителя Банка Канады Полоза и заместителя Каролины Вилкинс, которая очень сильно, скажем, подпортила кровушку еще лично мне, как трейдеру, больше 2 месяцев назад, потому что именно она лоббировала идею того, что ставки нужно разгонять, и в принципе это и произошло дважды за очень короткий промежуток времени. А сейчас я допускаю то, что Банк Канады снова может высказаться в пользу того, что до конца этого года ставку снова повысит. Ну, пусть не сейчас, то есть не завтра, а может в декабре, как это сделает и ФРС. Любого намека дополнительного в связи с такими преобразованиями, учитывая, как
трейдеры по канадцу активно реагируют на эти потенциальные изменения, будет достаточно, чтобы пара USD/CAD очень быстро оказалась снова на 100-150 пунктов ниже текущих значений. И только после того, как мы переживем с вами заседание Банка Канады, я буду стараться найти возможности, чтобы продать дальнейший рост пары. Но сейчас в рост актива и, в частности, в то, что пара продолжит восстановительное движение, пока я особо не верю, ставя на то, что канадец может неплохо окрепнуть. Из важных событий сегодня в 16.45 индекс PMI в производственном секторе, и в это же время выйдет отчет по активности в сфере услуг США. Напоминаю, что на сферу услуг обязательно нужно обращать внимание, потому что она напрямую влияет на будущие показатели экономического роста. Поэтому по прогнозу, если мы сейчас обратимся к календарю экономическому, ожидают нас хорошие цифры, и для доллара это потенциальная поддержка. Ждем возобновления восходящего ралли и ждем, что пара USD-иена будет стремиться снова к сопротивлению в 114 иен против доллара. И в 23.30, как уже было отмечено, статистика по запасам нефти от Американского института нефти по API. Ждем снижения запасов и ждем, что котировки бренда будут тестировать сопротивление 58, а WTI пойдет к отметке в 53. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии. Увидимся завтра, как всегда, в прямом эфире через Перископ в 9.30 по московскому времени. Если есть вопросы, канал на YouTube, форума Markets к вашим услугам. Ну, если уж заходите на них, оставляйте комментарии, уж не поленитесь поставить и лайки, потому что они, как и всегда, имеют очень большое, вдохновляющее, даже скажем, такое мотивирующее воздействие на любого спикера, ну и я в данном случае не исключение. Большое всем спасибо, друзья, кто ставит их. До завтра, всего доброго, до свидания.